Эй, здорово, народ, с вами Том, и мы продолжаем играть в Stanley Parable. Если вы помните, если вы видели прошлую часть, прошлое мое прохождение за Stanley Parable, это был конец. Мы сбросились с лестницы. Он не мог найти ни следа своих коллег. В общем, одну из концовок мы, видимо, открыли или что-то типа того, ну я не знаю. В общем, игра закончилась и нас перекинула в самое начало. Так, давайте теперь будем, наверное, следовать каким-нибудь другим путям. Можно сейчас, можно, знаете, что сделать? Можно следовать всем его указаниям. Awaiting input. Воу. Input received. Ага, и... Ух ты, здесь что? Username, access. Окей, ладно. Что? 408... 4B6 или 486, я не знаю. Воу-воу-воу, мышка, полегче. Так, давайте мы пойдем дальше. Я думаю, да, сейчас мы будем следовать его указаниям. Он вошел в дверь слева. Либо, друзья, либо, может быть... Нет, давайте все-таки пойдем в дверь справа. Я знаю, что это был неправильный путь. Да. Сейчас мы пойдем в митинг-рум. Окей, ну теперь давайте, знаете что? Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Да, комната и правда приятная. По-моему, я уже это говорил в прошлой части, но комната и правда приятная. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so ладно, все, уходим. Но желаю вернуться к делу, Стэнли зашел в первую дверь слева. А я пошел прямо тогда. Все-таки, ребят... Нет, я не хочу сюда заходить. Я знаю, что вы бы зашли сюда, но я пойду туда, потому что, ну, не очень охота... Ой, мышка. Мышка, куда ты? Да, не уволили. Потому что я был хорошим работником. Можно прыгнуть. Можно пойти туда. Я хочу прыгнуть, ребят. Я хочу прыгнуть. Ё-моё. Окей. Видимо, мы сейчас все начнем сначала. Видимо, я и правда думал, что я... Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Странно. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Очень странно. Сейчас он говорил немного другие слова, нежели в прошлые разы. О, input received. Уже две. А была одна. И не здесь. Была вон там. Окей, значит, сейчас мы снова пойдем в правую дверь, я хочу вам сказать. И... Да. Я знаю, что это неправильный путь. Сейчас будет шикарная комната с синими обоями, с синим ковром, с синими креслами. В общем, такая комната отдыха, комната расслабления. That called so deeply and so personally to Stanley. Its grace, its subtle charm. No. Stanley knew it was something deeper. Something darker. Ну да. Комната и правда шикарная. Но почему он ее так нахваливает? Ладно, пойдемте отсюда. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, я все же снова не пойду в дверь, вот в эту дверь, которая слева. Я пойду прямо. Да, я точно пойду прямо. И... Да. Даже странно, что меня не уволили. Карго лифт. Окей, значит, я сейчас упал. Видимо, туда нельзя было. Туда я ходил. Туда я больше не пойду. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about.
please. Stop trying to make every decision by yourself. Я хочу делать. Asking for me, I'm asking for her. Для нее? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Окей. Опять черная комната. Сейчас опять будут какие-нибудь мистические штуки. Почему тут столько сигарет? Это здесь же запрещено курить, по идее. Посмотрите, сколько бумаги. Что-нибудь подожжется и все. Воу! That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. Oh no 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 no! You can't. Did you just the phone? That wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Yes, now. Check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment, where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Это, видимо, picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you? Wait a second. Did I just see? No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? Что ты там заметил? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Okay. Choice. Выбор. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Я вам позже расскажу, Which choice о чем would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Практика. Там говорилось о том. Excellent. Сейчас. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally. If you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Окей, здесь говорилось про то, что есть решения, разные решения, и бывают такие решения, бывают всякие решения. Снова здравствуй. Это та же самая комната. Сюда, пожалуйста. Окей. Сейчас дверь, по-моему, снова откроется. Ну, я так думаю. Нет? Серьезно, нет? Эй, ну и. Видите, мы отключили вилку с вами из розетки. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying.
Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Зачем? That story would make no sense at all. Конечно. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Теперь есть. Теперь тут есть заборчик. Ладно, в общем, я сейчас принял такое решение, ну, то, что выдернул вилку из розетки. Это, видимо, не нравится этой игре. Очень не нравится этой игре. Потому что это решение обычного человека, а не Стэнли. А Стэнли — это игровой человек, игровой персонаж. В общем, в том видеоролике говорилось о том, что у каждого человека есть решение, он может принимать различные решения, может сделать то, а может сделать другое. То есть у каждого человека это есть, это его сущность — принимать решения. И что-то типа того. Принимать решение. Делать выбор. Делать выбор и принимать решение. Ладно, в общем, мы сейчас пойдем туда, куда нас ведут. Во, собственно говоря, нам нужно, видимо, возвращаться назад. Вот мы уже у себя тут в офисах. О, синяя комната. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Вам нужно найти... Ой, зайти в дверь слева. Что? Зачем? Нет, видимо, все-таки там дверь слева открылась. Нет? Черт возьми, тут наоборот закрылась. О боже. Куда нас ведут? Какая шикарная картина. О. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. И опять у нас вот такие вот дела. А, видимо, то тоже что-то было, что-то вроде концовки. И я не хочу в дверь слева, я еще не допроходил то, что было там. Подождите, что там было? А, можно было взять трубку. Да, давайте, наверное, возьмем трубку, я хочу сюда. No! Why did you do that? Скорее назад. Hurry back in the other direction. В другом направлении. Может, еще не слишком поздно. Нет, я хочу сюда! Я хочу... А, типа ошибка. Я ломаю игру! Смотрите! Да, я ломаю игру. Оу, фух, нет, все, ладно, возвращаемся назад, идем налево. Не, не хочу налево, черт возьми, все, идем снова направо. Здесь по-любому что-то можно сделать. Открывайся, чертова дверь, чертовы шкафы, чертовы полки. Нет, тут и правда ничего больше нельзя поделать. Да, в дверь направо идти нельзя, все. Окей, идем налево. Тут мы еще не были ни разу. Окей. Офигеть. What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely, to willingly destroy all of my work? Не, не нужно выключать. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Не надо выключать игру. I have to shut the game down. I have to... Блин, ну... I have to... Черт возьми, не надо выключать игру. Не надо. О, what the fuck? Что за... Звук как в матрице. Что здесь творится? Что... I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Блин. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. Блин. What, did you think that would be funny? You just had to see?
Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Блин, мы уничтожили его. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Эй, что за фигня? Is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story. Ё-моё! I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Итак, меня перекинуло снова в этот выбор. Если я сейчас пойду направо, то мы увидим, что игра уничтожена. А если я сейчас пойду налево, то... То, наверное, я уничтожу подземную базу, о которой они там все говорили. То есть, ну, как все, это диктор говорил нам, точнее. В общем, наверное, я сейчас пойду налево. Ах, друзья, я надеюсь, что вам нравится. Наверное, я буду заканчивать эту серию вот на такой вот ноте. На такой вот немного, ну, я не знаю, какая это нота. Игра очень необычная. Очень необычная. Мне она очень нравится. Очень-очень-очень нравится. Я надеюсь, что вам тоже нравится. Если вы хотите, вы можете скачать эту игру или купить ее и поиграть в нее. А я надеюсь, что вам нравятся мои ролики, мои видео и то, как я комментирую эти игры, видео. Я надеюсь, вы подпишетесь, если вы здесь впервые, оставите комментарий, поставите лайк. С вами был Том. До следующих видео.